Всем большой привет. Так, начнем продолжаем. Давайте включим большой экранчик. Вот, значит, мы тут были. Рассказал о прошлой серии. Переходим. Уже второй день. Переходим к игре Subcrime, типа того. Турция. Мы за Турцию играем. На этом сервере. Вот. Нужно захватить весь мир. Сначала Тима с кем-то, а потом захватим весь мир. Так, я что-то не понял. Армия, это человек или кто? Не робот. Это чувак отступает. Сюда мне. Это нужно. Это наша цель, которая уже уезжает. Понимаю, да, он раз захватит, скорее всего. Так что нужно скорее с ним ПВПшиться. Но как я объявлю ему войну, если вы не даете? Так, рыба минус и, окей, понял. Так, мы уже атакуем по программе. Тоже атакуем. На маленьких странах. Потому что так тактика такая. Всем по-моему программе атакуем. Скоро все это наша будет копать. Строить будем что-то? Ничего не хватает, блин. Хоть казарму там. Но больше у юнитов. Сначала захватим все это. Да, потом будем думать, куда и что. Маленькие страны, вы все наши. Переходим к следующей игре. Ну, это вообще такая игра, я там уже проиграл. Там только мои войска остались, капец, да? Только мои войска. Да ладно вам уже. Зато мои войска живы, они могут атаковать. Вон они. Они же нападут, они 2 марта, то есть ночь они будут сражаться, ночь. Чё, да, и он захватил армию, потеряна. Кто потерян, где, вот он. Вообще-то это все страны с кусочек съел, эту страну тоже едят. Я ему скажу, что ты. Кстати, газета. Извинение из... Нет. Просто извинения. Извинения приняты. Блин, вот как это написать человеку? Извинения приняты. Вот наглец, слушайте. Наглый, блин, а, начался. Вот его никнейм, блин, забаньте его, блин, наглец. Капец, блин. Вот, кстати, напишу. Бро, западного жира. Мне интересно, а сколько вам лет? Руля. Почему бы нет? Чтобы узнать, будет интересно. Что там вообще скучно. Скажи, чё, блин, это ж не война. А что ж делать? Так, мы потом спин дадим. Так, давай дальше. Это тоже новое, там еще плюс 2 игрока новых. Вроде бы. Посмотрим. Один, два, три. Блин. Нормально. Ну, вах ты, ё-моё, такая сильная страна. Этот новый. И этот, ну вроде бы этот знал, так это новый, новый, что такое? Ну, скоро мы доберемся, ждите, блин, 1000 лет за сезон. Мне даже нельзя включить, да ладно, что поделать, война так есть война. Напасть на эту страну, кусочек оторвать. Хоть отсюда оторвать, а там кусочек. Будет с этой страной воевать, а? Как у тебя такая дейка, Макс Риск? Друзья, как он такая дейка?
Давайте. Ну, чем раньше, тем лучше. Тем более у него тут все шутит. Рыба, рыба, пшеница, это нам очень вкусно. Пошли. А вот дефайте. Кому далеко идти потом, то ему контакты центр. Захватывайте, что скажу. Нужно действовать, действовать, активничать, активничать. О, уже тачка уже. Скоро будут тачки. Значит, у нас будут и призывники, и тачки, всего такое. Так, а что такое мы? Крепости. Ну, в общем-то, уже все. Можно просто захватывать, получать. Что получим потом взамен? Монеты 2К, нормально такие. Будет плюс еще 2К. Просто захватывайте больше и больше баз, потому что это реально экономику поднимет. И прокачает вас. Так, давайте туда вот, все шикарно. Ну, пока можно тут и начнем. Может быть, о. Там через будет три тачки еще машинки. Они тоже прокатаются. Здесь нападут. Продолжение боя. Вы будете держать его. Вперед в бой! Вперед в бой! Что скажу, друзья? Картина красивая. Значит, давайте еще одну катку. Говорю, больше не делай так, Макс Рис, потому что ты будешь как 5-6 будет делать. Игроки в игре. Ясно. Ну, я себе сказал. Да, все на окей будет. А, то все. Вот, давайте где меньше игроков сота. Ага. Да сейчас, где меньше игроков, то будет веселее. Так. Давайте еще. Ну, возможно, Найбот нас может выиграть. Да, когда мы не покашивать. Много раз то Найбот нам поможет. Смотрите, значит, Таинственный союз. Если будет нажимать Таинственный союз, то это значит им сюда, сюда, сюда. Это такое себе. Атланта. Здесь, 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 здесь. Шикарно просто. Нажимаете мог. Блин, а я Италия. Ну, ладно. Хоть не этот союз. Не, ну я мог. Ух ты. Ну все, я уже играю, блин. Нет. Ой, что? У нас уже по минусу уйдет все. Бырому, давай по бырому. Я так, блин, сразу спокоен, ага. Ты не знаешь, что нам нужно уже мировую войну, блин, готовить всех, блин. А как потом все показать эти штуки? Что мы уже там готовы, типа. Так, что мне это показать, а? Я за Италию играю, нормально. Ну что я скажу, не так уж и много войск, но нормально. Зато, кстати, можно уже нападать. На кого-то, в принципе. Давай сначала ресурсами заведемся и узнаем. Сначала хоть как-то плюсик сделаем. А потом уже будем разбираться. То плюсик, то минус. Железо, дерево. Все нам нужно. А, блин, стройся. Так, смотрите. Вижу кусочек. Не важен никому. Этот именно центральный. Тут по-любому Найбот играет. Покажу сейчас. И Найбот играет. Да. Значит, атакую, что я скажу, атакую. 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 Ну, как все вот что-то делают. Что пойти? Так, это подкрепление, мы с ним напарник, как я понимаю. Так, да, может смотри, что тут мы делаем. Так, дальше мы. Ну, в общем-то, давайте по программе не будем особо. Столица боевого духа. А зачем это нужно? Чтобы было больше дыхания. В общем, прочность самое главное. Нужно сейчас тут кое-что построить по прочности. Тут тоже. Дальше казарма. Ну да, в принципе. Это не наша страна. Тут особо будет война. А то это Турция, блин. Тут только одну казарму и все. Дальше у нас. Ну, в принципе, тоже может тут. Все, дальше у нас будет только вот так вот.
Почему так? Потому что вырубка пехоты будет больше. Вырубка пехоты — это очень нужно для мировой войны и захвата. Нужно больше заплатить, больше, больше, больше. Конечно, будет агрессия, но все понятно. Денег много. Держим. Что купим тут такое? Продать рыбу, кстати, фигня, тему продавать. Зерно продавать офигенно, но не так сильно. Так, я сейчас хочу дерюху продать. До нуля можно. А то и таких минус. Так, сила. Так, ресурсы меняем. Тут были уже дерево полным-полно. Соберите спать. Так, желательно так. Все. А еще похалтурим. Так, уголь нам не так уж эта штука, газ нам не так уж и нужен. Что такое? Что сразу минус? Вот. Нефть очень будет офигенно стоить. Сразу минус. Во. Ну как так вот. У нас только дерева не хватает. Ну, в принципе, хорошая. Страна мне нравится. Страна просто по кайфу. Так, лучше сейчас купить все, да? Помните, как говорю, девиз? Купи все, а потом уже воюй. То значит, мы с ним воюем. Мы эту страну по-бырому захватим. А уж дальше, я вот не знаю, такая Турция, да? Значит, турецкая страна. Кусочек какой страны? Чей? Турция. Османская империя. Это кто? Греция. Можно на Грецию напасть, в принципе. Это кто? Он такая страна, в принципе, тоже можно напасть, но далековато идти. Рядом, чем легче, чем лучше. Так, мы тогда приближаем, смотрим. Турция, Турция. В общем-то, кусочки — это у нас маленькая страна. Тут тоже у нас кто-то кушает уже ее. Эту бедную страну. Так, как насчет такой уже патрулишки? Да. Греция, объявляю войну. Ну что, ты робот? Да. А, это империя тоже робот? Федина? Тоже робот? Все, чекбуки. Только успеть. Ух, разогреться. Кто сейчас играет? Твою ж магнитолу, что он тут делает? Смотри, где он прям все изучил, что к чему там, да? Уже даже нападать начинает, слышь, бля, на эту страну. Сюда нападет, то сюда, вот, ну я не уверен. То есть, если мы посмотрим, что будет, когда будет это все. Завтра. Ага, то есть, блин. Еще завтра, блин. Потом узнаем, когда это будет. Да. Все изучим. Но я тоже за Россию играть у того. И легче с ней победить. Врагов победить. Врагов станет легче. Так. Шесть юнитов. Испания — сильная страна. Что вы делаете? Так, у нас тут пару войн. Давайте отправим пару воинов. Вдруг будет экстренная ситуация. Ты на базу давай. А тут казарма есть, что еще можно? Казарму еще. 1500, 1500. Дерево и 1500. Семён. А железа нет. 1500, 1500. Во, блин. Так, сейчас мы наоборот делаем, потому что то я как понимаю, логики здесь нет. Опа-на. Мой тут 86, да, меньше, конечно. Ну ладно, что падало. Дерево, так, дерево. Так, продаемся программа. Программа.
1500 покупаем. Вот, вот тактика у меня такая. 420 хай будет. Подождем. И семена. Ясно, семена. Таким. Что все купить? 1500. О, как раз уж. Так, а тут дерева на не хватает. 1500. Ой, я не брал это. А тут что, блин, уже дрожать начинает. Семерка. Как ты имеешь считать, слушайте? Тут нет досчета, нужно потом рассчитывать. Если так не уделять, будет плохо делать. Все, давай. Как насчет иначе ваншу с ресурсами, рыбка? Рыба еще не нужна. Ю-300, да, говорится как? Не пополам. Но видно, что вообще слабо. Лучше 300 рву продать все. Прям сейчас заняться. Давайте, просто рыба сейчас не в тренде. А, блин, подожди. Что делать? Да продаю, можно? Блин. Это бах или чё, блин? Да ладно, рискуем. Блин, приход и в атаку, блин, 1000 монет. Тратим монеты, блин. Не. Аппаратура на складе, производство в день. Кто? Так что вот так хочу, 315 семей, шикарно просто. Даешь, Макс Рис, даешь. Ну а что делать? Железо и рыба. Даже нельзя вот так взять, блин. Нельзя, нельзя. Нельзя. Ты смог продавать семена. Пока рыба овощи-то. Прессим, на. Население есть хочет. Капец, блин. Вы сейчас атакуете, да? Не, я не хочу вторую игру играть, еще одну. Мне так хватает, в принципе. Игра 11 место, тем более, ух ты. Это по количеству чего? Это по всему, да. Великобритания, Ливерпуль, что такое у нас? Командная колония. Игрок. Так, ты просто игрок. У нас командная колония, биржа, о, биржа. Вот она. Я еще вступил в командную колонию. А, тут нет такого. В общем-то, покажу еще кое-что интересненькое. О, блин, знаете, прикольный тема тут. Ну, что такое? Присоединиться. Что такое? Какой день? А, интересно. Вау, 500 игроков. В общем-то, новый игрок. Вот даже события скоро. Создать можно, кстати, что угодно. США. США. Пуски с закусками. Покажите, что я все изучу. 1910 год, Европа. Тут что-то как-то одинаковое. Побольше, тут поменьше. Более-менее крупно. Тут такое себе, да? Более-менее крупно. Даже Украина тут есть. Ага. Что это такое? Да прям шахматы. 1914 год. Первая мировая война. Шикарно. Макс Риск. Давайте создадим игру. Давайте. Начинаем, Макс Риск. Так, наблюдать, присоединиться. Конечно, присоединюсь. Да, друзья, я создал свою игру, потому что я могу выбрать любую страну. Ну конечно, за Украину выбрал. Захочу весь страну. Шикарно, шикарно, шикарно. Тун-тун. А почему нет? Это мечта. Давай, разоружайся, игра. Потом будет с нами работа играть, да? Потренируй зато. Хочу все. Будем издеваться на робота. О! Блин. Эх, невезуха, блин, невезуха, невезуха. Ты че второе место, блин?
Не понял. Не понял, блин. Че тут люди играть начинают? Не понял, блин. Куча людей играть на ней. Снова я тут, блин, отвалить. Нет. Ну ладно, нормально. Смогу, возможно, еще раз так сделать. Что по ресурсам? Капец, блин. Я в шоке, я не перебачу игры. Игры, блин, игры. Стали. Все. Достало все. Захватим эту пока что. А чё? Может, конечно, другое что захватить? Там просто кайфово. Ну, блин. Так, ой, жди, чувак. Мы объявляем его войну. Просто это маленькая страна. И тем самым, если мы затащим, ой, будет шикарно. Хоть кусочек там. Как мы в прошлой игре делали. Как мы в прошлой и прошлой игре делали. Во. Так, через пару секунд, так вижу, что Польша жива, все живо. Потом корабль сюда построил, вот именно патруль. Так, газета «Привет, Франция», соблюдает право старости, объявляет свою независимость. Вот, блин, уже... Я шестой мистер Россия, пятый. Не понял. Вот это воюет, да? Счет. Так, ага, Великобритания опасная страна, я понял. Так, мы воюем с этой страной. Пока что давайте Д. Если будем так делать, у нас будет программисты, кто? Ладно. Крепость, потому что там. Что? Правильно, краешек. Признанный пункт. Стой. Блин, забыл про признанный пункт. Признанный пункт. Как мне хитрец. А, один день. Вот так, у нас будет больше войск. Да, кстати. Все. Хватит. Теперь больше войск. Потом уже мастерскую, да. Ну, в принципе, можно сейчас. 15 секунд никому не жалко подождать. Вот центр у нас будет мастерская. 3 дня, один день. К этому, да. Давайте мастерскую построим. 15 секунд. Так, у нас тут должно уже дефаться. Призыв включить, почему не давайте. Это у нас еще нету. Крепость. Потому что скоро он не пойдет еще. Будет жесть. Еще деф. Крайняя страна, хай призывается мощь татачка. Вот точка, точка, шикарно. Один. Отчеты. Заводы строим. Ну так вот. Шикарно. Так, а тебе нужно ресурсами определиться. Так, у нас пишет сервер будет плюсик, а другой нет. Разобрем выпендриство. У нас сервер плюсик. На, минус. Что сейчас попробуем программу покупать другую. Продавать. Так, я тоже такое не нужно. Что я хочу? Ладно. Рыбное место у нас, так скажем. Не покупать по такой цене. Так, а то потом последнее самое такое жесткое. Ой. Такое мне жестко. Сама нефть самоклеваем. Что может быть? 101. 101. Программа. Вот. Все, вроде бы экономика есть, да, потери, конечно, ну а как же без них? Да, такой есть у нас.
пока пока не, ну в принципе, если сейчас можно, нет, нельзя обменять там, продавал, продаю, нет, даже продажа не отменена, потому что еще игра не началась. Понял, рыба, рыбное дело, кстати, вас делать, так выйдет туда, так выйти, так скажем, так вот здесь Лондон, Стокгольм, так также желательно ту захватить, но хочу край потом посмотреть, выход, хочу еще эту страну кусить, дальше эту страну кусить, никакой захватывать, или Россию, реально Россия большая страна, хочу и кусочку оторвать. Буду еще шикарно. Все, ты король почти. Ну, тебя скушать потом. Если они вот объединятся. Чего бы не хватает железа? Мастерскую. Нормально пока что сам, потому что будет больше. Дороже будет потом в будущем. Покупаем железо. Нормально закупился. Строить крепость это пока что бессмыслица. Что я раньше строил, я не знаю. Потому что захотелось. 3, 2, 1. Ну что там? Во. Мастерская второго уровня. Давайте. Чё-то да, прошел, помню. Тут не так, не так уж много. И у нас тут всего. Ну все. Стало ясно. Крепости строить немножко, немножко, потому что вам не хватит железа. Строите призывников и также автомобили в казарму. Все, война, блин. Только да, сейчас только нужно изучить это все дело. Да, вот это я могу уже строить так. О! Что нужно? Фабрика первого уровня. Фабрика. Мастерская. После казарма мастерская появляется как небыта фабрика. И танк совершенно. Тут нужно еще подержаться и все. У нас будет. О. Что способен? Нормально. Ну, снайпер вообще. Мали, да, все такое. А у нас тем более минус. Нормально. Как насчет биржи там поторговать-то, не? У нас тут не работает, потому что первый день. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск, всем удачи и пока. Пока.